Приветствую всех. Сегодня очередная проверка капканов на бобра. Пришли проверять первый капкан. В прошлый раз взяли здесь бобра довольно хорошего, с хорошей струей. Вот пришли проверять сегодня. Погода опять у нас зачервивилась. Снова оттепель. И вот как видим, лед, который я раздалбливал в прошлый раз, он не замерз. Так, сейчас посмотрим, что у нас с капканом здесь. Так, вижу, что капкан стоит на месте. Насторожка, все на месте. Соответственно, бобрик сюда не выходил за эти два дня. Так. Погода все никак не может обрадовать. Вроде бы вот только-только начинает все льдом сковываться. И снова резко оттепель. Поэтому никак я не могу вот до той хаты добраться, чтобы установить под лед там капкан. Так, ладно, идем проверять следующий капкан. Где у меня на проход установлен капкан в сторону вывоза. Ветер сегодня поднял, резко ударила оттепель. Сейчас посмотрим, может быть, бобер выходил. Вот здесь вот, судя по следам, андатра только на переход ходила. Вот андатровые следы. Бобер здесь не выходил. Не ходил туда. Плотины. Сейчас посмотрим, ходил ли он к себе на зимник. Вообще все порастаяло, все, опять топка стала. Так, капкан. Капкан сработанный. Капкан сработанный, но бобра я в нем не вижу. Пролов, очевидно. Сейчас посмотрим. Если бы был бы бобрик, видно бы было сразу. А здесь я не вижу ничего похожего. Капкан, к сожалению, пустой. Капкан пустой. Пролов произошел. Сейчас будем его переустанавливать. То же самое место. Сейчас особого выбора уже нету установки. Поэтому перестанавливать будем все по своим местам. Где стоял, туда и буду ставить. Что-то этот капкан сработал.
отплывку. Все, капкан установил опять же на то же самое место. Вот он. Стоит загородка под нырки. Все сделано. Далее идем смотреть следующий. Бобринный переход, и судя по снегу, который выпал, он выпал в ночь, когда я уже капкан установил. После этого снега не было. Бобринных следов я здесь не вижу, и капкан стоит на месте. Капкан стоит на месте, и он не сработанный. Насторожка, все на месте. Здесь бобр не выходил. -3 капкана, бобра пока нет. Так, далее. Не переходил бобр здесь плотину. Вот мелкие следы видно, что тут ондатра ходила. Ондатра или норка. Но она просто по льду могла пройти поверх капкана, и все. А бобр не выходил. Хотя вот, пожалуйста, вот это вот, где место оттаявшее на озере, где нет льда, это явный признак того, что бобер здесь плавал. Плавал, но не попал, потому что не выходило на переход. Еще один капкан. И вот в этом капкане у нас, я так вижу, бобрик сидит. Да, ребята, друзья, есть бобрик. Установил я капкан на переходе. То есть смысл какой? Вот у бобра переход. Вот отсюда он идет. Вот отсюда. Через вот эту дамбу переходит, через большую. Заходит вот сюда и попадает. Заходит вот сюда, здесь под землей он идет. И вот здесь у него выход. И вот он попался. Вот бобер там. Сейчас буду доставать его. Покажу, как он выглядит. Включу камеру. Как будто
доставать, сейчас немножко руки подстыли, ветер холодный. Сейчас руки согрею, буду доставать, включу камеру. Так, достаем бобра. Вот такой вот бьет бобрик, мелкий собака. Никак я не могу крупного бобра поймать здесь, мелочь попадает. Вот такой вот бобрик сегодня попался. Сейчас я его вытащу, установлю сюда капкан на место и пойду с плотины, сниму капкан. Или нет, пока не буду я с плотины снимать капкан. Установлю сейчас я этот капкан сюда обратно. Пойду проверю те капканы. Вот, здесь место проходное, здесь бобер еще должен будет попадаться. Вот там дальше еще есть несколько мест проходных. Два штуки. Вот, я не знаю. Наверное, все-таки сниму я капкан с плотины и установлю там на тех проходных местах. Может быть, что-то повезет. Потому что мне нужен крупный бобер. Это бобер мелкий совсем. Струи у него нет. Так, и бобер, этот бобер, он выходил... Он шел вот сюда, на озеро, а не с озера шел. Соответственно, я не знаю. Значит, где-то там у него еще нора есть. Или может выход с другой стороны из норы. Так, сейчас я капкан установлю, покажу поближе бобра. Нужен большой бобер. Попадается мелочь, к сожалению. С которой толку никакого, только шкуру можно взять и все. Так, капкан я взвел, устанавливаю его на место.
здесь вот у него выход, углубление. И вот он прямо выныривает и идет в капкан. Если он оттуда идет, он опять же тоже подныривает в эту нору и попадается в капкан. Вот, поднырка здесь не нужна поперек. Ну, вот такой бобрик. Уберем сразу, чтоб в мешке не запачкалось. Струи нет абсолютно. Это чисто так, опять же, эту струю положить в бутылку с глицерином и на следующую осень в качестве приманки ее использовать. Бобрик рыжий, довольно упитанный. Бобрик сигалеток. Шкура у него на шапку пойдет. Больше никуда его, в принципе, не денешь. Вот такого вот бобрика сейчас взяли. И все-таки, друзья, я все-таки решил, что, наверное, скорее всего, я возьму один капкан. Один капкан, который у меня был сработан и там на вылазе, на плотине. И поставлю его вот сюда вот. Вот сюда я его установлю на проход. Там у меня капкан ниже стоит. А вот здесь бобер тоже ходит. Я так думаю. Вот в этом месте тоже бобер ходит. У него переход здесь есть. И вот сюда я капкан переустановлю. Но это я сделаю после того, как проверю вот те два капкана. Так, все, сейчас идем к капкану. Капканом проверять этот. Бобра сейчас спрячем. Проверим тот капкан. Тот, те два капкана. И потом будем вот здесь устанавливать. Один капкан установленный. Вот. Я смотрю, он пустой. Сюда бобер подходил 4 дня назад, сработал капкан, он вот здесь стоял, он его сработал, я переустановил чуть подальше. Вот сейчас я не вижу, чтобы бобер сюда выходил. Он выйдет рано или поздно, все равно. Да и капкан, канал здесь глубокий, поэтому... Поэтому можно пока здесь не убирать этот капкан. И стоит он четко. Стоит он четко. Ничего не попало. Ну пусть стоит. Рано или поздно, если терпение проявлять, обязательно бобер здесь попадется. И еще один капкан у меня здесь установлен на вылазе с приманкой. В прошлом видео есть информация, как я его устанавливал, я снимал. Пока еще лед не держит, нельзя у хаты поставить, поэтому поставил здесь с приманкой. Сейчас посмотрим, действенно это или нет. Ну, вот палка на месте стоит. Так, капкан стоит на месте. Капкан стоит на месте. Бобр либо, может быть, выходил, но не пошел в капкан, либо...
либо еще какие-то причины, пока не знаю, но вот пока что капкан стоит на месте, он не сработанный. И приманку осиновую бобер не брал. Так, ну пусть стоит. Еще две ночи. Может быть, что-то повезет еще мне. Вот не нравится мне, как насторожка стоит у него. Что-то чересчур она отклонена в сторону. Но капкан не сработанный. Капкан не сработанный. Стоит. Он не замерзший. Все-таки для успокоения сейчас я лед разобью, посмотрю. Более поближе. Не нравится мне, как стоит насторожка, она отклонена сильно в сторону. Да, капкан сработал, как видите, потому что насторожка была отклонена в сторону. Сейчас я его буду переустанавливать, потому что немножко неактивно он стоял. Лучше переустановить, потому что перебздеть, чем не забздеть, потому что если капкан бы сработал, например, сегодня, самопроизвольно, просто мертвым капиталом стоял. Thank you.
идем вырубать новую приманку, потому что та приманка, два вот этих тоненьких осиновых полежка, они плохо в капкан ставятся. Сейчас просто вырублю нормальную приманку и установлю. Пусть лучше побольше времени потрачено. Это будет практичнее, я думаю. Вот бобер ходит грызть осину. Вот эту грызет. Он ту следующую грызет. Будет он ее заваливать, поэтому рано или поздно он все равно в этот вылез. В этот лаз он вылезет. И мы его поймаем. Так. Вот. Такая пойдет. Запах от нее такой выраженный, сильный запах, мощный. Почему еще вот я на этом вылазе все-таки ставлю? Потому что вот большие осины только в этом месте бобер заваливает. И он свое дело всегда до конца доводит, он их завалит. То есть сюда в любом случае он вылезет еще на эти вылаза. Нужно только подождать чуть-чуть.
сейчас оттепель, не должен замерзнуть сильно. То есть сил ему хватит за два дня. За два дня, пока он здесь стоит, через два дня я пройду проверять. Он не должен промерзнуть прям сильно. Ну, может быть, лед намерзнет сантиметр. Это ерунда. Капкану хватит сил сработать. Осторожка сейчас нормально стоит. Приманку поставил другую. Страховочный трос все закрепил. Ну, в принципе, все. Сейчас пойдем переустановим еще один капкан на перелаз. И пойдем проверять уже следующие капканы, установленные у меня под лед с приманкой. Вот. Здесь мы взяли одного бобра на этом озере, маленького. А бобра здесь много, ловить еще не переловить. Поэтому будем надеяться, что повезет и все-таки большого бобра. Сюда капкан не получится установить по той причине, что здесь мелко. Вот в чем проблема. Здесь мелко. Сюда пошли.
сейчас я сделаю, наверное, следующее. Сейчас я пойду срублю большую березу и установлю капкан у хаты на березу. Повешу его с приманкой. Таким макаром я установлю, потому что больше здесь поставить капкан негде. На переходе у меня капкан стоит. На переходе у меня капкан стоит вот здесь. Там на переходе стоит. Здесь мелко, здесь бобер. Ну, может быть, он здесь и ходит, но у меня здесь не получится капкан установить никаким образом, потому что здесь я не подойду. А там вот у хаты, вот хата, там льда нету, не замерзшая. Я вот длинную березу просто положу и повешу капкан. И посмотрю, будет ли результат или нет. Сейчас буду снимать это видео. Так, вот капкан. Зимний вариант установки сейчас буду делать, потому что по-другому не установишь нигде. Одену вот, вот жертв лежит поперек, на нее одену. Здесь выход из хаты вот. Где-то вот в этом месте. Бобер здесь плавает, поэтому так, ну вот капкан я установил. Здесь довольно глубоко, здесь выход из норы у бобра. Вот таким вот способом я его установил. Вот. Палочка ива. Я взял ему здесь, она знакома. И все. И капкан опустил чуть-чуть. Палочка чуть-чуть притонула, чтобы если вдруг какие-то люди здесь будут шариться, чтобы его не было видно. Если бобер попадется, его защелкнет, эту палку он никак не упрет.
Вот, я сейчас еще рогатину вырублю и вот сюда вот эту рогатину вот так вот воткну, чтобы прижать эту палку. Вот с этой стороны воткну и с той стороны воткну. И все на этом. Пойдем проверять следующие капканы. Вот. Ну и посмотрим через 2 дня, будет какой-то толк или не будет никакого толка с вот этого, с вот этой постановки. Хотя, в принципе, здесь можно и не ставить никакую палку. Тут довольно глубоко вот в этом месте капкан, потому что он не на земле стоит, это точно. Натянутый он. Вот он висит. Поэтому здесь бобер выходит точно. Вот здесь вот у него выход. Вот она, у него нора. Я думаю, что результат здесь будет. Ну а будет или нет, посмотрим. Так, друзья, ну с этим озером все, разобрались. Идем сейчас проверять следующие капканы. Там по-быстрому я проверку проведу, чтобы видео не сильно затягивать. Ну и посмотрим, будет результат или нет. А здесь будем проверять через 2 дня. Так. Пришли мы на хату. Сейчас будем зимний вариант проверять. На месте, никаких сдвигов. Бобер не интересовался здесь. Капкан стоит на месте. Ну и сейчас еще один капкан рядышком. Я так подозреваю, что он тоже не сработанный. К сожалению. Да, лед уже держит здесь. То, что бобер здесь выходил, я не вижу. Все равно надо аккуратно здесь долбить, потому что можно сгреметь. Что тут у нас? Тут все на месте. Бобер здесь не попался. Вода чистая, можно пить. Это получается. Шесть дней уже здесь стоят капканы. Ровно 6 дней бобер не попадается. Вот зимник у него натаскан. Зимник довольно серьезный.
Вот, но сейчас я вот не вижу ломаного льда здесь. Пузыри вот есть. Возможно, бобер плавает, но пока он приманкой не интересуется. Но бобер здесь есть, однозначно. Так что эти капканы будут здесь стоять, пока я здесь двух бобров не отловлю. Ну вот 6 дней, это вот какая получается? Вторая моя проверка. С момента установки 2 дня прошло. Я проверил. И еще 2 дня прошло. Получается 4 дня, обманываю я вас. Извиняюсь, конечно. 4 дня здесь стоят капканы. И вот пока что результата нет. Ну, будем ждать. Рано или поздно все равно он вылезет. И попадется. Нужно ждать. Так, и осталось у меня еще 4 капкана. На 2 хатах. По 2 капкана проверить. Бобер сегодня есть, но он мелкий. От него толку никакого. Надеялся я все-таки на крупного, но еще пока и надеюсь. Потому что еще у меня проверить еще нужно 4 капкана. Вот, но в этих капканах пока пусто. Так, ладно, идем дальше. Пустой. Тот капкан не вижу. Сейчас с другой стороны обойду. Этот пустой. Заколебало, честно, здесь уже. Отсутствие бобра полнейшее. В капканах. Пусто. Пусто. Не хочет он на этой хате никак попадаться. Очень здесь осторожный бобер.
Все равно время пройдет, холоднее станет. Он все равно попадется здесь. Оголодает, зимник съест. Приманку буду менять все равно постепенно на более свежую. Пусто. Капканы не сработаны, пустые. Здесь-то вот вообще капкан стоит, вот как вот мимо него проплыть. То ли он сюда не плавает, то ли его еще приманка не интересует. Ладно, что теперь сделать? Сегодня один бобер маленький. И все. На этом. Проверка капкана сегодня, я считаю, неудачная, потому что вот этот мелкий бобер лучше бы не попадался, лучше бы рос, жил своей бобровой жизнью, погиб от рук охотника уже в таком довольно зрелом возрасте и трофейном размере. Ну, в общем, все на сегодня. До новых встреч, до новых проверок капкана, до новых встреч.